Джугурку Кинеш отклонил в первом чтении законопроект о лицензировании такси. Об этом сообщили в парламенте. Народные избранники рассмотрели его сегодня. Законопроект представил заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов. По его словам, документ предусматривает лицензирование деятельности легковых такси. Он разработан кабинетом министров по указу президента в целях принятия неотложных мер по обеспечению безопасности дорожного движения в республике. Функции лицензирования по законопроекту планировалось возложить на Министерство внутренних дел. По итогам голосования законопроект отклонен в первом чтении.